Смотрите, господа, осторожнее с этим Яндекс Почтой. Вот, например, я сам себе перекинул фотки, ну, потому что с планша на комп. Это самый простой способ через почту самому себе. И вот тут пишет 24 фотки и предлагает скачать все одним скопом, одним zip-архивом. Открываю zip-архив, а там их 18. Так что доверяйте, но проверяйте, можете фотки потерять таким образом. Всем пока.